чтобы могли приехать в гости и там пойти туда. А себе в поместье построить совсем маленькую, маленькую баню птицу. И наконец-то физически приведу себя в порядок. Начну ходить. Когда выйдет моя следующая книга, вот так часто задают вопрос, и сам себе задаю вопрос, когда выйдет моя следующая книга, рутся главы, рутся, иногда просыпаюсь утром, комок в горло, вот как глава хочет увидеть. У меня Анастасия, она помогла мне, она вылечила один, второй раз, потом сказала, не будет лечить. Думали, что она способна вот надавить на психику, но она не надавила на психику. И я не избавился от вредных привычек и веду такой образ жизни, какой всегда вел. Но вот держусь так все равно. Но еще вот я не могу справиться со своим характером. Я постоянно связываюсь в какие-то дела. Один столько интерес, вот я вижу, правильно стоит одного эфониста. Тогда я начинаю сам его строить, чтобы показать, как его строить. Потом вот поехали на эту выставку. Когда они ездили, поехали. Я думаю, а как там без меня? И тоже приехал. Что? So ein Charakter, welcher einfach nicht in Ruhe still liegen lassen kann, das, was nicht richtig läuft. Auch auf diese Messe eigentlich, wieso ist die kam, die weiß nicht, aber die hat gesehen, dass alle hier waren und die ist mitgekommen. Und in Wirklichkeit hat die unterschiedliche Charakterprobleme. An welcher arbeiten möchte gerne? Но представляете, организовали читатели.